Здравствуйте, Калашников против Фесту в эфире. И видео такое, в общем, из цикла, наверное, мастерская и приспособление, но оно обзорное. Дело в том, что за 4 года своего существования в YouTube я показал достаточное количество всяческих набросков технических, идей, которые у меня там рождались по ходу движения. И, в общем-то, каких-то попыток, и опытный завод у меня, и тут еще будет сейчас видео по нему. Вот. И сегодня у меня будет обзорное видео, которое будет, наверное, из двух частей, потому что у меня не влезет, наверное, в одно видео, это будет длинно и муторно, значит, то, что оправдало себя по результатам практических стрельб. Итак, параллельный упор. Полностью себя оправдал. Дико удобная вещь. Оказалось, если вы помните, у меня тут закрутки были в первой версии. Сейчас их нет. Это просто планка, которая зажимается вот одним движением. Значит, вот мы отодвигаем одной рукой. Да? Он просто в режиме скольжения. И закрываем. У него есть все-таки недостаток. Дело в том, что с обратной стороны у меня вот такая только пятка. Соответственно, ее площадь, если бы была больше, наверное, если бы вот это вот все было больше, наверное, было бы более надежно. Но иногда, если рычаг очень большой, то можно условно заклинить пилу из-за рычага, и, соответственно, она начинает прыгать и бьет по упору, он может уйти. Если вы не будете вообще смотреть на пилу, а будете пользоваться только параллельным упором, то следить за деталью, чтобы она шла параллельно. Работает идеально. То есть я очень доволен. Условно параллельному упору зачет. И даже то, что он на две стороны работает, фактически хоть и была мысль о том, что, значит, мне может быть понадобится и то, и другое одновременно. На самом деле такой случай был, там один буквально, действительно. Но сейчас это уже не актуально. Ну, то есть, в принципе, мне хватает одного параллельного упора. Идем дальше. Врезные пластины. Ну, здесь из-за того, что 75-ка у меня работает. Из самих пил. Значит, если вы помните, пилу Festool 55-ю я ставил, потому что у нее меньше уходил диск. У 75-ки он более гуляет. И я в одном из видео упоминал, что, в общем-то, из-за этого ее в стол не поставил. Но в итоге я ее поставил, потому что у нее 1600 ватт плюс редуктор. Все-таки она помощнее, и я могу здесь массив пилить. А 55-ку одну я уже ушатал, именно на массиве. То есть все-таки в стол в итоге лучше 75-ка, если вы так посерьезнее будете работать. Это, ну, а само, значит, здесь у нас по лифтам. Лифт этот, сейчас я одну секундочку. Вот, лифт этот оказался, сейчас будет немножечко, это освещение такое у него есть, минус, это лампа фестуловская, и она дает такое дрожание, но тут просто подсветить надо. Значит, это очень удобно, и это идеальный лифт, на мой взгляд, самый простой и самый идеальный. Фестуловское вот это вот все барахло, которое, это вообще не вариант. Вот. Я ответственно заявляю, это лучший из лифтов, который у меня был, и я пересматривать его не буду. Он оправдал себя полностью. Я до миллиметра пилу выставляю, никаких проблем у меня нет. То же самое. У меня было три варианта лифта общей сложности. То же самое и здесь. Это оправдало себя полностью. То есть я очень доволен этим делом. Единственное, что надо выбирать струбцину, тоже такой вот минус. Надо подлиннее выбирать. То есть полностью в отжатом состоянии, чтобы когда он распрямляется, оно здесь просто у меня выскакивает. То есть мне надо постоянно придерживать. А если у вас штанга длиннее чуть-чуть, ну я сюда или хвостовик наварю, или там посмотрим. Получается, у меня лифт здесь, у меня есть более подробный, он отступает. Этот фрезер вообще элементарно устанавливается и элементарно снимается. Двух винтов на его тяжесть все равно хватило. С головой это два винта, которые в штатные отверстия в подошве. То есть это тоже оправдало. По лифтам и для фрезера, и для пилы это лучшее, что у меня было. И я
Повторюсь, ничего пересматривать не буду. Дальше идем. Сам стол. Оказалось очень удобно. Еще до конца я даже все это не распробовал, потому что до сих пор у меня руки не доходят до каретки. А она уже частично есть, но все я никак не доделаю на основе советского транспортира. Транспортир изумительный. Ну, по правде, Инкра, как по мне, по сравнению с этим транспортиром, так себе. Вот. Дело. Ну, тут спорный вопрос, конечно, могут мне тут предъявить, но, на мой взгляд, он классный. Я еще покажу, я думаю. Дальше. Вот это вот, ну, это фестуловская идея, только, по-моему, сделана. Тоже оправдала себя полностью. У меня получается вот плоскость, и вот они соответствуют друг другу. Это тоже я очень доволен. То есть, иногда это дело очень пригождается. Я доволен, что, в принципе, в какой-то мере я могу, опустив пилу, она элементарно опускается одним щелчком. Не дожал, да? Вот, у меня тут рабочее место. Этот параллельный упор тоже элементарный. Значит, по столу я очень доволен. И самое главное, то, что он перевозится легко и на колесах. Колеса себе полностью оправдали. Всем говорю, стройте мастерскую на колесах. Это то, что реально себя оправдало. За систейнеры, поскольку они, сортейнеры, вернее, безумно дорогие, я скажу, да, однозначно удобно, но, к сожалению, и для меня дорого, и для людей дорого. Хотя это тоже спорный вопрос, по крайней мере, в моих французских условиях, потому что мне это сделать с направляшками совсем будет не намного дешевле в итоге, по тем ценам, которые сегодня существуют. Дальше. Ну, это то, что я сделал взаимозаменяемые пластины, это ясно. Там, то есть я могу менять себе рабочее место, это мы не упоминаем. Козлики. Абсолютно оправданный с точки зрения экономии места. То есть я вот сложил, я могу сейчас все сложить, и вот это все пространство полностью у меня сразу освобождается. То есть козлики тоже зачет, причем сильный. И для покраски, и для чего угодно. Быстренько смонтировать рабочее место. То есть я очень доволен. Козлики зачет однозначно. Дальше. Здесь, ну, у меня других вариантов не было, поэтому я как один раз сделал, так, собственно, я и доволен. То есть, вот это рабочее место раскладное оправдало себя тоже. В принципе, я доволен. Дальше идем. Вот тут я чуть переезжаю. Вот эти боксы, которые я когда-то поделал. Значит, я сразу всем советую, кто будет делать. Не делайте глубокие полки. Это все непрактично. Вот, конечно, я адаптировал под систейнеры. У кого денег нет под систейнеры, все равно делайте их на глубину ваших ящиков там, с инструментом, который у вас есть, не более того. Остальное место у вас просто пропадет. Поэтому это и экономия места. В моем случае, поскольку у меня все построено на фестуле, то это чрезвычайно удобно. Боксы зачет оправдали себя. То есть у меня здесь размер 2/4, как вы видите, и там 1/3. Ну, а поскольку у Festool они размеры, там, получается, комбинации какие угодно, может быть. Ну, например, вот здесь вот 3 и 5, да, 5 и 3. А здесь вот у нас, значит, 3, 2, 1, 2 в итоге, да. Ну, то есть это 3. Вот. Значит, тоже это себя оправдало. Это удобно и при переезде. Как у меня, вы уже наблюдаете, 3-й, по-моему, если я ничего не путаю. Поэтому это тоже себя очень даже оправдало. Значит, что еще у меня тут из решений, которые тоже работают до сих пор долго и счастливо. Вот эта вот система с прижимами, именно вот так вот быстросъемные. У меня они и маленькие, я тут вам кое-что еще покажу в ближайшее время. То есть это тоже себя оправдало. Абсолютно я доволен. Поддон, как вы видите, вот свободное место у меня забито всяким барахлом. И когда мне надо, тоже забито. Значит, пылесосы на каждую точку. Но это опять это вопрос условно достатка. Если у вас возможность ставить пылесосы на все, ставьте. Я буду, лучше не пожру лишний раз, но пылесосы у меня будут на все стоять, потому что мои легкие мне представляются более ценными, чем деньги. Вот. Значит, эта штука на самом деле в мастерской удобная, но это не моя, это штатная. Ну, хренового качества, как я уже упоминал. Значит, будет еще одно видео, тогда я уже объясню, что мне еще прижилось в мастерской в итоге. Надеюсь,
в итоге вам было интересно, да, то есть, ну, как видите, я тут переезжаю, вот, и это будет полезно, по крайней мере, если вы будете организовывать новое рабочее место, возможно, вы возьмете во внимание то, что я говорю, поскольку я, условно, 4 года, да, вращаюсь в эфире, и вот за 4 года то, что действительно работает, вот первая часть вам, пожалуйста. Вторую, ну, выпустим чуть позже. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно.